Манга «Знаменитый день», 138-139 глава. Главушке предоставила команда Каноха. Кстати, им требуется корректор. Если у вас есть желание поработать с нами, то пишите в комментарии. Озвучка Ханна Хицугая. Всем приятного просмотра. Почему она спит здесь и свет включен? Фэнк, ты наконец-то дома. Почему ты спишь здесь? Я сначала ждала тебя снаружи. Линфэй дал мне ключ, и я решила подождать здесь. Здесь твое лекарство. Уже поздно, почему ты ждала меня снаружи? Ты просто могла зайти. Который час? Уже полночь? Уже так поздно, не хочешь поесть? То, что я приготовила, должно быть остыть. Давай я подогрею для тебя. Почему ты делаешь это для меня, если игнорировал тебя весь день? Ты просто был занят. Да, я был, но не настолько, чтобы не отвечать на звонки. Фэнк, мне больно, пожалуйста, отойди от меня. Больно? Где? Не беспокойся, я пойду подогрею еду для тебя. У нее болит спина? Почему я до сих пор чувствую боль? Уже прошло целых 2 дня. Доктор сказал мне, что ты должен соблюдать диету еще на протяжении 3 дней. Я такая сонная, нужно пойти отдохнуть. Зачем так спешить? Здесь куча комнат, где ты могла поспать. Я не хочу быть сидя над тобой. Ох, конечно. Что ты делаешь? Куда ты меня ведешь? Снимай одежду. Что? Подожди, Фэнк, остановись. Она сильно ранена. Просто небольшой синяк, я буду в порядке через 5 дней. Ложись, я намажу мазью. Эй, это не такая же большая проблема. Ну и хорошо. Хорошо, я лягу, не смотри на меня так, мне становится страшно. Что он делает? Детка, не смотри на меня так. Твой синяк на всю спину. Я должна была почувствовать боль, но на самом деле мне довольно приятно. Во всяком случае, ты знаешь, что спас меня в театре? Кто? У этого парня были длинные волосы и туника, а еще он знает Линфэй с детства. Ли Чунхуа? Как ты узнал? Почему ты остановился? Детка, ты такая смелая девушка? Придурок! Ладно, тебе нужно отдохнуть. Спокойной ночи. Иногда он умеет быть хорошим.